Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю мега-лимонный, необыкновенно ароматный и очень вкусный торт, который не будет содержать в себе ни сливок, ни заморских сыров дорогостоящих, ни разного вида шоколада. И готовить я его буду из самых простых продуктов, которые продаются в любом регионе, я думаю. Итак, как приготовить данный торт? Сначала я приготовлю бисквит. Для данного бисквита мне понадобятся самые простые продукты. Здесь у меня 6 яиц, средний размер яиц по 50 грамм весом без скорлупы. Вначале же я застелила две формы фольгой. У меня разъемные без дна формы, кольца. Вы же можете обычное кольцо брать, либо обычную форму с дном, и одну можете брать форму. 160 градусов разогревается духовка. 6 желтков, 6 белков здесь у меня от яиц по 50 грамм. 45 миллилитров свежевыжатого лимонного сока и цедра двух лимонов. Вы же можете брать от одного лимона цедру, я люблю поароматней. Здесь у меня пакетик ванильного сахара, можете брать просто ванильный экстракт. Также 45 миллилитров воды я вливаю сразу в лимонный сок, чтобы не было лимонный сок настолько кислым и концентрированным. Здесь я сразу высыпаю ванильный сахар в белки и сейчас буду с ним взбивать. 190 грамм сахара обычного, 10 грамм разрыхлитель для теста, разрыхлитель берем всегда самый свежий, 60 миллилитров подсолнечного масла без запаха. И также у меня здесь 30 грамм кукурузного крахмала и 240 грамм муки, пшеничной муки, самой обычной. Теперь я начинаю взбивать сначала белки. Сразу же, как я немножко взбила белки, буквально здесь полминуты, я ввожу весь кукурузный крахмал. Вы также можете и картофельный взять, но очень хорошего качества, чтобы он у вас был проверен, и чтобы он не чувствовался потом во вкусе и не опадал на дно в тесте. Это очень важно. Лучше всего, конечно же, кукурузный. 1/3 сахара я всыпаю в белки и начинаю взбивать дальше. И взбиваю я совсем недолго, минуты 2 буквально здесь, потому что крахмал, он улучшает качество взбивания белка. И взбиваем мы не до состояния губки, потому что бывает взбивают белок вот именно в губку. Такого мы здесь не делаем, и вот так вот такие вот подрагивающие как бы пики у него должны остаться у белка. Это нормально, но не тянущиеся, вот именно подрагивающие такие. Наши фоновые бисквиты всегда так делаем. Здесь у меня желтки просто взбиваются с сахаром. Сахар весь я туда ввожу. И желтки мы должны взбить до такой белой пышности. То есть они очень должны у нас увеличиться в объеме. Миксер здесь я использую сегодня самый-самый маломощный, 240 ватт. Он у меня старенький, вообще неизвестно какой даже фирмы. И он, видите, он практически размером с мою ладонь. Специально я сегодня показываю для тех девочек, которые всегда жалуются, что нету большого планетарного миксера. Я взбиваю самым-самым простеньким миксером. Вот специально, чтобы показать вам в видео, какой шикарный у нас получится бисквит, даже таким слабеньким миксером. Белки я в 3 приема ввожу. Видите, они у меня не губкой выглядят, а именно такой хорошо взбитой массой. И перемешиваю просто лопаткой. Белки перемешиваем, естественно, складывающимися такими движениями. И вот такая масса у нас получается. Она очень пышная. Туда же вводим весь лимонный сок с водой, с цедрой. Также 60 мл подсолнечного масла без запаха. Все это также слегка перемешиваем такими же складывающимися движениями. Теперь я всю сухую смесь разрыхлителя и муки просто перемешиваю в миске и буду просеивать примерно в 6 приемов в мое тесто, уже в жидкую часть теста. И также складывающимися движениями аккуратно это промешивать. Делается это все достаточно быстро и несложно. Видите, вот такое вот пышное тесто у меня получается. Разрыхлитель уже начинает здесь действовать, поэтому нужно быстрее все это перекладывать в форму. Духовка разогрета уже до температуры 160 градусов Цельсия, вверх-вниз, без конвекции. И наполняю
равным количеством теста обе формы. Вы же можете выпекать в одной форме, но будет выпекаться дольше. И на полчаса ставлю в духовку на средний уровень. Вверх-вниз без конвекции 160 градусов Цельсия. Итак, прошли у меня полчаса. Вот такие шикарные пышные бисквитики получились. Проверяем также шифоновый бисквит нажатием на середину формы. Получается упругая такая поверхность, так и должно быть. Если у вас нет такой поверхности, значит вы что-то взбивали неправильно. Рецепт идеальный, видите, в горячем виде надавливаю даже, все получается шикарно. Тонким острым ножом вырезаем, близко прижимая его к форме. Бисквит у меня еще практически горячий, только я могу дотрагиваться до него сразу, извлекаем его из формы. Посмотрите, какое шикарное дно у него. Ничего не пригорает, все получается просто замечательно. Форма у меня 20 сантиметров в диаметре. Посмотрите, какие упругие бисквиты, они у меня еще теплые. И как они хорошо пропеклись. Никакой шапочки, ничего нет. Специально вот для вас нажимаю, тестирую, чтобы вы посмотрели. Бояться не нужно, аромат необыкновенный стоит от этого бисквита. Он очень сочный благодаря крахмалу, потому что крахмал удерживает влагу также в выпечке. И он получается благодаря, конечно же, и подсолнечному маслу. Шифоновый бисквит у нас такой получается очень удачный. Обязательно в пищевой пленке убираем на пару часов в холодильник, и потом можно и на ночь, и потом будем уже нарезать его. Итак, у меня прошло несколько часов, дном вверх я их убирала, эти бисквитики. Так вот хорошо они отлежались, теперь я их буду нарезать кондитерской струной. Нарезаются они очень хорошо, без крошек практически, я вот при вас сейчас нарезаю. Очень рекомендую выпекать такие бисквиты. И смотрите, замешивали обычным ручным миксером, самым-самым маломощным. Видите, какой ровный у него разрез получается. Просто даем ему слегка отлежаться. Можете сразу нарезать шапочку, я тоже убираю здесь, потому что я хочу, чтобы у меня в торте был очень ровный, красивый разрез. Чтобы были все коржи у меня идеально ровные. Вот такие 4 коржа у меня получаются. Очень ароматные, очень влажные, очень сочные. Я даже пропитывать их не буду в торте. Вы же можете слегка пропитать, если вы любите очень уж влажные бисквиты. Теперь следующим шагом я приготовлю курт. Лимонный курт. Готовится он на яичной основе. В данном видео я буду готовить его именно на желтках. Вы же можете взять, здесь у меня 8 желтков, получится примерно 400 грамм курда на выходе. Вы же можете взять 2 крупных яйца по 65 грамм. Примерно 130 грамм у меня здесь. 100 миллилитров лимонного свежевыжатого сока, 5 грамм кукурузного крахмала, 140 грамм сахара и цедра от 2 средних лимонов и 50 грамм размягченного сливочного масла комнатной температуры. Я начинаю сейчас перемешивать все желтки, чтобы разбились у них вот эти вот пленочки, разошлись очень хорошо. И весь сахар я высыпаю с цедрой вместе. Я сахару с цедрой дала настояться, я их смешала уже за полчаса заранее, чтобы цедра отдала сахару весь свой аромат, а сахар как губка впитывает все запахи в себя. Теперь я вливаю весь лимонный сок, перемешиваю тоже и обязательно еще пока у нас смесь не нагрета, мы вводим туда кукурузный крахмал, чтобы потом он у нас не схватился комочками в массе. Естественно, посуда у нас с толстым дном для приготовления курда. Многие боятся готовить курды, но бояться этого совершенно не нужно. Просто на среднем огне, постоянно помешивая, мы вводим все эти ингредиенты и доводим до температуры примерно 82 градуса Цельсия. Здесь я взяла специально для видео термометр. Вообще я всегда это делаю без термометра, чтобы вам просто показать. 82 градуса. Это пойдут такие пузыри хорошие уже, когда он закипит. Вот у меня пошли вот эти пузыри, бульки. Здесь даже 84 градуса у меня показала смесь. Видите, ничего у нас не пригорело. Сейчас быстренько через сито все это протираем, всю эту смесь, чтобы просто осталось в сите лимонная цедра. Видите, остатки цедры остаются на сите, чтобы она потом горечь не дала у нас в торте. И обязательно пищевой пленкой в контакт убираем и оставляем при комнатной температуре остыть.
Крем, вот этот лимонный крем без яиц, без сливок, без сыра, я готовила в предыдущем видео. Проходите, пожалуйста, по ссылке, которую я оставлю к данному видео в описании в инфобоксе. И смотрите подробное видео, как я готовлю этот крем. Крем из очень из самых доступных продуктов. Проходите по ссылке, посмотрите и приготовите. Я, конечно же, все ингредиенты для крема также укажу в описании к данному видео. Итак, теперь я приступаю к сборке торта. Кремы я выкладываю примерно на прослойку где-то в 5 мм толщиной. Больше здесь у меня не будет. Напоминаю, опять же, что у меня коржи 20 см в диаметре. И средний слой у нас будет содержать в себе прослойку из курда. И для этого курда мы должны сделать такое как бы ограничение из кремовой такой дамбы. Сейчас я перекладываю крем в кондитерский мешок и просто такую полоску крема наношу именно по бортику. Делаем такой бортик из крема. И ложкой я выкладываю где-то 3/4 курда уже на крем. И просто ложкой также разравниваю. Все это делается очень быстро. Курд у меня такой примерно комнатной температуры. Он не горячий, не холодный. Так, чтобы с ним просто было удобно работать. Я его здесь не пробиваю блендером. Я в таком же виде, в котором я его сварила, я его также наношу на торт. Третий слой крема мы делаем также в 5 мм. И сразу все выравниваем. И заметьте, торт этот я собираю даже без кондитерского кольца. Крем очень податливый, им очень хорошо можно выровнять торт. И он не требует даже в сборке, как я уже сказала, кондитерского кольца. Он хорошо очень держит форму. Насадка у меня здесь 8 мм, открытая звездочка. Я делаю просто вот такие завитки по бортику. У меня как бы будет такое заграждение для слоя из курда еще верхнего. Весь курд распределяю по поверхности торта. И также вот мастихином я потом какое-то подобие долек делаю. И в принципе торт мой готов. Сейчас на несколько часов убираю в холодильник. Украсила я вот такими уже покупными лимонными дольками мармеладом. И в центр сделала такое подобие розочки просто из лимонной цедры. И нарезаю по традиции торт. Смотрите, какой шикарный у него разрез получается. Очень стабильный и очень-очень ароматный. И на вкус очень легкий и освежающий торт. Он подойдет как и в жару, так же и в холодное время года после обильного застолья. То есть торт очень вкусный, очень сочный, потому что бисквит здесь просто замечательный. Хотя и взбивали мы его обычным, самым маломощным ручным миксером. Я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.